что, сегодня набережная вся для нас. Вообще все замерзли, все. Ну, такого я еще не помню, чтобы вообще ни одного человека не было. Сейчас поснимаемся с достопримечательностями. Совершенно одни. Абсолютно пустая набережная. Вообще ни одного человека. Да, Таня? Тепло ли тебе, девица? Тепло, батюшка, тепло. Полная свобода. Ну, в смысле, вообще никого. Вся набережная наша. Все море наше. Ни души. А свет горит. Вот хорошо. Вот ему и гуляем здесь по вечерам. Так, если тепло-тепло Одесса, то в принципе гулять можно. Сейчас где-то минус 7, минус 8, да? Наверное. И дует, конечно. Если что-то в одежке упустить, то можно и замерзнуть. Водичка прозрачная. Не дай бог туда сейчас лезть. Вот так вот. Ночной пустынный Дивноморск. Тишина, тишина. Вообще классно. Только одевайтесь потеплее. И гулять можно прям. Гулять, не перегулять.